В Актау в рамках акции «Это за Казахстан» собрали 2,5 тонны мусора. Республиканскую экологическую инициативу поддержали члены Ассамблеи народа Казахстана Мангистауской области. За пару часов вокруг перинатального центра навели порядок. 50 человек, взрослые и школьники, участвовали в сборе бытовых отходов и прополке сорняков. Член региональной Ассамблеи народа Казахстана Дмитрий Донских уверен, каждый житель должен подавать пример другим, соблюдая чистоту. И я думаю, что если каждый наведет порядок вокруг себя, как духовно, так и физически, я думаю, что наш город, наша страна станет намного лучше. Ну и собственным примером показывать другим людям, что нужно быть не безразличным к окружающей среде, к тем людям, которые тебя окружают, и тому месту, где ты живешь, работаешь.